Предприятие самоуправления СИА «Даугавпилсаутобусы-парк» успешно реализовало закупку 16 новых автобусов марки МАН, рассчитанных на 45 сидячих мест. Данный транспорт в ближайшее время будет направлен на пригородные и междугородные маршруты, равно как и 9 новых малогабаритных автобусов марки «Мерседес», закупленных чуть ранее. Все эти транспортные средства приступят к работе по маршрутам с 1 августа. Новые автобусы оборудованы системами видеонаблюдения, доступны для людей с особыми потребностями и семей с детьми, имеют беспроводной интернет, системы кондиционирования и обогрева воздуха. Для ознакомления с порядком приобретения транспорта в Даугавпилс с визитом прибыли официальные импортеры автомобильного концерна МАН в Латвии, которые подчеркнули, что их сотрудничество с нашим городом длится уже более 10 лет и остается успешным. Можно сказать, что эти автобусы были созданы точь-в-точь согласно запросу, чего от нас хотел заказчик. При этом осмотр первой модели произошел не самым привычным образом. Обычно первую сборку автобуса всегда осматривают на заводе, проверяя все соответствия к конкурсным условиям. А это был первый раз, когда автобус был принят удаленно, в режиме видеоконференции. И, как оказалось, весьма успешно. Мы очень рады, мы довольны тем, что работаем с Даугавпилсом уже более 10 лет, и наше сотрудничество всегда было очень корректным, быстрым и полным взаимопонимания. Я действительно могу сказать самые хорошие слова о нашем контакте с Даугавпилсским автобусным парком. И я думаю, что автопарк также оценивает и то, что мы не просто поставляем транспорт, но и обеспечиваем техническое сервисное обслуживание. Со своей стороны, руководство города отметило, что следом за улучшением междугородних перевозок, следующей приоритетной целью является обновление городского автопарка для качественных внутренних перевозок. Несомненно, данная модернизация является первой частью модернизации общественного транспорта в нашем городе, и уже в ближайший год-полтора мы ждем обновления, в том числе и подвижного состава. То есть мы приобретем новые автобусы в самом городе, где обновим все старые, отрешавшие автобусы в нашем самоуправлении. Тем самым мы видим, что в следующие 3-4 года наш автобусный парк будет приведен к тому уровню, который соответствует тому, что мы и в Евросоюзе, и к требованиям безопасности, и к требованиям качества. И мы всегда будем рады сотрудничать с такими партнерами, как МАН. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.